меня уже новогоднее настроение, на улице пошел снег. Надеюсь, что у вас тоже все хорошо. И сегодня, как и обещала, я снимаю видео про взломать блогеров. Надеюсь, что вам будет интересно. Поехали! Ноября, 7 часов утра, мы приехали в Москву, специально, чтобы увидеть блогеров. В Москве я ходила 3 раза, утром, днем и вечером. Хватит, что он фокусирует на него. Задний план, а меня, я тут, элита. Мы увидели блогеров, они вышли поздороваться с нами перед фильмом. Очень много работы над этим фильмом, надеюсь, вам понравится. Вот, сейчас мы будем рассказывать подписанный всеми нами постер. Да, так, держите, ребята. Давай. Я сказала снаряд, какое место? 8. Итак, приз достается. Есть 8 место. Вот, достается. Вот, девочка, смотрите. Давайте вы пока разыгрываете дальше, а я отнесу плакатик. Главное, руку держи, чтобы я тебя не потерял. Ребят, помашите мне для блога. Спасибо. А сейчас мы будем разыгрывать, знаете что? Еще один плакат? Мы еще один плакат разыграем? Нет? Да? Есть? Нет? Ну, покажите, если вы хотите, то покажите, что вы хотите. Не, акустика плохая, я не услышу. Еще раз. Еще раз. Вот это, вот да, вот это на плакат. Итак, ряд скажет Сережа. Ряд блины. 6. А Карина скажет место. 5. Стой, ряд, 5 место. Есть? Это кто такая? 10 место, 6 ряд. Есть, вот девочка, 6 ряд, 10 место. Поздравляем! И у нас есть еще один плакат, да, его напечатали. У нас есть, но, по-моему, его нет, да. Фильм мне очень понравился, я советую вам сходить, если он у вас есть в городе. 2-й раз мне удалось сделать селфи с Сашей. Я специально попросила папу Саши. И сейчас это селфи вы можете видеть на экране. 3-й раз я хотела взять автограф, но ничего не получилось, как всегда. Короче говоря, ялло. У нас был еще один день в Москве, 4 ноября. Я распечатала вот эту фотографию. Тут есть маленькое сердечко, мне это так нравится. 5 ноября я тоже была на взломать блогеров. Вообще очень сильно устаешь, и я почти ничего не ела там. Мы худеем. 1-й раз я опять ничего не успела сделать. Потом мне помог папа. Спасибо ему огромное. Если бы не то, что он сделал, наверное, моя мечта бы никогда и не исполнилась. Короче, я не буду рассказывать все подробности, но так вышло, что я подошла еще раз в самом конце и взяла у всех автограф. Сейчас вам их покажу. Это автограф от Саши Спилберг. Это от Янго. Привет, Яша. Ребят, простите, с цветом что-то изменилось. Цвет до сих пор такой, я не знаю, что случилось. Мой самый любимый блокнот. Дальше у нас автограф от Халберов. Это автограф от Юли Пушман. Сердечко. У меня сохранилось только 4 билета, потому что в Москве их забирали. Еще я купила вот такой вот значок «Я люблю блогеров». Сейчас я вам покажу самое интересное и самое классное место после вот этого в моей комнате. На этом, наверное, все. Нет, стойте, не все. Не переключайтесь. Тут есть автографы от Янго, Лоберов, Юли Пушман, конечно, за Саши Спилберг. Мне очень нравится этот плакат, вообще очень красиво смотрится. Как красиво ты молчишь, когда я
Давайте, короче, еще раз. Так, девочки, вы все купили, да? Если вам понравилось видео, поставьте лайк, если мы наберем тут 50 лайков. А в прошлом видео мы набрали целых 600 просмотров. Юху! Тогда я сниму видео «Новогодний дай» или «Как я украшаю свою комнату к Новому году». На этом было все. Я люблю вас. Пока!